Владимир Владимирович. Сочельник. О, Анька, хочешь марку? Здрасте. Здесь совершенно все по-другому. Давай я тебе вкладываю. Первый вопрос. Точно сейчас? Конечно. Мой самый любимый вопрос. Полностью перевернула мое мировоззрение. Мои слова благодарности. Как методика школы понравилась? Немножко необычно. Раскрыться перед людьми в определенный момент, конечно, в каких-то определенных рамках, да, и очень классно, когда идет отдача такая же, честная, откровенная и эмоциональная. Давайте. Эмоция – это зачастую это показатель честности к тому, что ты делаешь, к тому, что ты относишься, и это было видно. Огромное спасибо, потому что отдача была огромная. Мне очень понравилось, и также, знаете, каждый раз, когда идет вручение сертификатов. Какие эмоции от школы? Может, какое-то одно слово? Большое спасибо вам, что благодаря вам я все-таки открыла себе творческую жилку. Вдохновенно, беззаветно влюблены в свое дело. Могла понять, что такое фотоаппарат. Профессиональный фотограф, он живет фотографией в полном понимании. То бишь, это и его хлеб, он зарабатывает деньги, иначе он не проживет. Это профессиональный фотограф. Он живет фотографией, это эмоционально, он через вот этот вот, лично для меня, жизнь, 90% жизни через видоискатель. Вот я представляю вот свое настроение, состояние, все через картинку. Я понимал, мне казалось, что я могу чем-то поделиться. И еще один сильный был фактор. Я знал много школ фотографических, знал много людей, которые ведут фотографию. И после этих курсов я иногда, не хочу никого обидеть, встречался с людьми, которые закончили курсы. И когда они мне говорили что-то о фотографии, я имею в виду техническое, составляющая, да, это в корне неверно было, мне было непонятно. Либо тебе не дали, либо ты прослушал. И вот эти подозрения, что тебе не дали, давало мне уверенность, а я это знал четко, точно, как бы академия, вот академия. Я знал, что это так, а не вот так, как вам сказали. Вас обманули, мне хотелось сказать, но не будем о плохом. И я понимал, что я могу чего-то дать. Может стать классным фотографом. И разговор тут даже идет не о какой-то фешенебельной картинке. Фотографом внутри себя. Вот со своим взглядом, неординарным на жизнь. Со своей философией, со своим подходом, с определенной критическим подходом к себе, определенной неудовлетворенностью и определенными радостями от каких-то свершений. А группа бомбическая была.